Ну ты малыш. Все, я малышом добрался и почти что не наделал в штаны. Лера, ты уже смотри, ты уже на пенсии. Лера, тебе за пенсией надо пойти сходить в банк. Тебе там должны выдать, да, на карту перечислить. Крути что-нибудь. Итак, тебе досталось что? Капли в нос. Сейчас, так, я уже начал бриться. У меня уже появляются прыщи. У меня все вернулось назад. Я ползунок и писаюсь в памперс. Машины ездят, ребята. Если мы попадем в аварию и наша жизнь оборвется очень резко, мы даже можем до рая не добраться. Здесь невозможно не попасть и не постареть. Лера уже старая, прям на самом старте. Это внучек, когда пенсия? Дедушка, на лавочке никогда. Подожди, я сейчас принесу. Ее, пенсию повысили. Конфетки, леденцы. Чистим зубы 2 минуты. Делаем все, что говорит мама. Учимся в школе, ходим в детский садик. Не прогуливаем уроки, поступаем в институт, идем на работу на завод, получаем пенсию, помираем. Все, все, все запомнили. Так проходит наша жизнь. Повтори еще раз. Я как босс-молокосос, вообще маленький ползунок, добрался до финиша. Сердечко! И крутим колесо жизни. И я заснула. А, я умерла? Я на лавке умерла или что? А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Лера, а ты хотела бы когда-нибудь заглянуть в будущее? Хотела бы. Ребята, мы с вами играем в эволюцию жизни и стареем по дороге, как движется наша жизнь. Посмотрите, мы были тинейджером, да. И сейчас мы уже довольно взрослый мужчина. Ребята, нам нужно здесь выбирать большие столбики или меньшие, я не понимаю совсем. Мы уже дедушка. Меньшие? Ребята, мы сейчас помрем. Нет, мы добрались с дедушкой до финиша нашей жизни, но у нас сердце подвело и на 2-й ступеньке. Итак, Лера, давай, погнали. Я понял. Надо, короче, обращать время вспять и становиться малышом заново. И чем меньше ты выбираешь столбик, тем медленнее ты стареешь. Друзья, мы играли в похожую игру, она называлась этот симулятор толстяка. Помните, эволюция толстяка? Лера, ты уже дедушка! Лера, зачем ты 2-й столб начала? Лера, что ты сделала? Лера крякнула у нас, друзья. Моя очередь! Так, я паду. Я малыш. Итак, ой, блин, не тот выбрал. Так, я тинейджер, набрал денег, напитков и стал маленьким. Нет, я опять тинейджер. Бежим. Так, ой, я не тот выбрал. Жесть, старею. Зачем капец. Ты 2 выбрал? Да потому что я не тот с самого начала выбрал. Ребята, мы пока еще с вами нубики в этой игре, но скоро мы будем про и читерами. Есть! Я не то чтобы дедушка, я смотри в возрасте. А, я поднимаюсь еще на ступеньках, старею, ребята. Ты поднимаешься на ступеньках, и ты должен прийти в рай. В рай? Лера, ты придешь в рай? Да. Позвони мне оттуда, когда идешь. Хорошо. Так. Лера, выбирай, который меньше. Что ты делаешь? Там вообще нету, Лера. Пробегай. Так. Молодец. А что значит столбики, интересно? Игра очень похожа, друзья, на фэтпушера. Лера, ты уже смотри, ты уже на пенсии. Лера, тебе за пенсией надо пойти сходить в банк. Тебе там должны выдать, да, на карту перечислить. Крути что-нибудь. Итак, тебе досталось что? Капли в нос. Молодец, все. И средства для улучшения слуха. Кстати, ты помолодела, ты видела, ты сердечко выиграла. Крутяк. Да, класс. Отлично. Есть. Так, я друзья. Сердечко. Итак, теперь я девочка. Побежали. Ой, я карапуз. А интересно, если я вообще стану совсем малышом, я в кого превращусь? Вообще в зародыш какой-нибудь? Так, или вообще в микроскопического какого-нибудь малышонка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, проходим. Ой, господи, я такой маленький, кушаю конфетки. А, я, короче, ползаю, а меньше, получается, не могу. Ребята, крутим. Я добрался малышом до финиша, сердце. И мне сделали еще пластическую операцию. И я взбираюсь, и я расту по мере того, как я взбираюсь к вратам рая. Друзья, я попадаю на небеса, собираю кучу денег и села на лавочку. Присаживаюсь на лавочку, друзья. А в чем прикол присаживаться я на лавочку? Я в раю. Теперь моя очередь. Так, Лера, все, давай. Покажи мастер-класс, как надо не вырасти, не постареть и не помереть. И не сделать кря. А почему? А, фиолетовую нельзя. Это ванна молодости. А то я сдохну. Лера, в ванне молодости твой малыш молодеет. А вот с черепушками он, скорее всего, стареет.
Тебе нужно выбирать столбики, итак, где меньшее число. Запомни, чтобы быстрее, да, и легче, знаю, его пройти. Оно возвращает твою жизнь. А, нет, столбики наоборот, ускоряют твою жизнь. Итак. Итак, крутим колесо. Что же Лере попадется? Давайте, ребята, посмотрим. 10. Сердечко. И что? Ты маленькая девчулька. Ну, так я был младше. Я вообще был ползунок в памперсе. А ты бабушка. Добралась до верха. Друзья, кто из нас сегодня круче играет? Напишите, да, нам в комментариях. Бабуля устроила дэнс-пати в воротах рая. Давай. На лужайке под небесами. Давай, выбираем, папа, самую маленькую, оббегаем. Кушаем конфетки-леденцы, чистим зубы 2 минуты, делаем все, что говорит мама, учимся в школе, ходим в детский садик, не прогуливаем уроки, поступаем в институт, идем на работу на завод, получаем пенсию, помираем. Все, все запомнили. Так проходит наша жизнь. Повтори еще раз. Оббегаем черепушки. Так, мы, малыши, меняем себе памперс. Итак, что же нам выпадет? Нам выпадет сейчас, наверное, новая каша детская. 50. Хирургическая операция. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я взрослею, и что? С каким количеством я доберусь до рая? Умножить на 3. Круто! Я еще довольно-таки молодая девушка. А уже присела, попала на лавочку. Присела. И так, Лера, покажи мастер-класс. Ты за, так, пацана. Так, я мальчик. Давай. Я поехал. Итак. Воу, а как здесь? Здесь невозможно не попасть и не постареть. Лера уже старая, прямо на самом старте. Лера, тебе надо было пилюльки, да, брать и фанту. Так, зачем? Череп не бери. Лера, не бери, водичку бери. Лере нужно вообще экономить свое здоровье и свой возраст. Ванна молодости. О, Лера опять тинейджер. Лера, молодец. Так, столбики выбирай самые маленькие. Все, ты уже пошла работать. Ты уже крутишь колесо. Сердце плюс 50. Йога-эффект, отлично. И что, ты, наверное, доберешься до ворот уже дедушкой. Да, Лера. Ты не дошла даже до лавки. Я ничего. Подохла. Да. Лера померла, немножко не дойдя. Да. Мы сейчас, ребята, покажем. Так, давай, моя папа, очередь. Покажи класс. Кушаем, и кушаем, помри кушаем. Где-то на сейчас, так, я уже начал бриться. У меня уже появляются прыщи. У меня все вернулось назад. Я ползунок и писаюсь в памперс. Машины ездят, ребята, мы на проезжей части. А что ты там себе бегаешь? Так мы тут еще и можем сразу погибнуть. Ребята, мы здесь, наверное, можем попасть с вами в больницу. И если мы попадем в аварию, и наша жизнь оборвется очень резко, мы даже можем до рая не добраться. Ребята, ну да, это точно. Жестяк, это, конечно, очень прискорбно. Ой. Так. Ну ты малыш. Все, я малышом добрался, да, и почти что не наделал в штаны. Так, да, сердечко. А кому-нибудь выпадает что-нибудь, кроме сердечка, мне интересно знать. Ля-ля-ля, поднимаемся в рай. Так, я добрался, ну, уже такой, дедушка, да. Это, внучек, когда пенсия? Дедушка, на лавочке никогда. Подожди, я сейчас принесу. Пенсию повысили! Пенсия! Круто! Повышенная! Так, теперь моя очередь, да. Давай, Лера, толкай. Я играем малыш. Маленького толкателя, толкай, которые маленькие, да, чтобы дойти до финиша еще в бодрости духа. А что ты идешь к воротам рая, с тебя песок сыпется? Какой в этом смысл? Вот к воротам рая надо приходить просто с записанным памперсом, но оставаться маленьким. Да. Да, так, да, крути колесо. Колесо фортуны. И попадаем, что? Колесо жизни. Опять сердечко. Ребята, что-нибудь кроме сердечка попадается когда-нибудь? Лера, поднимайся, да, быстрее поднимайся. Там написано стрелочка для тупых, heaven. Да, надо было спортом заниматься. Отлично. Да, я дедушка. Ты дедушка? Да. А, ты уже дедушка. Ну ты какой-то не седой дедушка. Ты просто мужчина в возрасте, да, который да, танцует макарену. Ну все, сейчас я покажу мастер-класс. Так, о, я ты какая девочка. Девчулька. Итак, девочка, берем иди. Бутылочки, становимся маленькими. Опять большими. Мне подарили мобильный телефон на мой 17-й день рождения, и я с него не вылазил. Пилю видосики в лайки и тиктоки, ванна молодости, все. Я без телефона, дудулю в памперс. Вот так продвигается моя жизнь. Только классно, ребята. Череп, кто хотел бы, напишите нам в комментариях, чтобы да. ваша жизнь двигалась в обратном направлении. От старения к маленькому детству. Напишите, нам очень интересно почитать. Об этом было так, очень много фильмов. Так. Папа.
Есть. И я добрался маленькой первоклашкой. Итак, и крутим сердечко! Колесо. Сердечко. Сердечко. Конечно. Походу здесь только сердечки. Их сердечки какие-то примагничены. Я не знаю. Так, интересно, кто будет Лера? Я добрался до ворот рая еще женщиной. Совсем даже не старой. И очень даже быстрой. Смотри, как я быстро очень собираю деньги. Присела такая. Присела послушать плеер. Ага. Или почитать Пушкина. Лера, так, давай, моя очередь. Зажигай. Я иду. Давай, иди, куда ты идешь? Смотри, в скелет не впиляйся. Не впиляюсь. Ничего себе, Лера вообще маленькая. Лера таким малышом. Я такая маленькая, да, так, я маленькая. Давай аккуратно. 90. Лера amazing. Ничего себе, ребята. Так, пробила. Друзья, круто. Она выбирает самые правильные столбы. Доходит девчонкой. Девчонка сердечко. В седьмом классе. Сердечко. Сердечко. Тебе дали сердечко. Оно и ты стала малышом. Ты вернулась в самое раннее детство. Друзья, ты доберешься до лавки. Ребята, почему только на 3 умножают? Почему нету больше? Что-то непонятно. Сядь на лавку, посиди, подумай. Или напиши письмо президенту, скажи, почему у нас в игре только умножить на 3? Я пенсию хочу повышенную. Так, иду я. Я вообще выбираю самое правильное. Ты уже тином стал. Бутеры. Слышишь, а если я кушаю, я уменьшаюсь или я расту? Думаю, ты я уменьшаюсь, походу, да. Я вообще ползу, Лера, я ползунок. Ой, обалдеть. Бляха. Купил крем или это детское питание. Так, и убегаем отсюда, уползаем. Круто. Такой типа, смотрите, как мышка обманула. Пришел сыр. Я как босс-молокосос. Вообще маленький ползунок. Добрался до сердечко! Финиша. И крутим колесо жизни. И нам сейчас попадется что? Сердечко. Оно, походу, всегда попадается. Наверное, друзья. Ты ой! Малыш. И мой маленький малыш поднимается к воротам рая. Почему я так рано умер? Господи, скажи мне. Но ничего, Господи, отвечает. Сядь на лавку, посиди. Сейчас я тебе все объясню. И я заснула. А, я умерла? Я на лавке умерла или что? Ребята, поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на наших каналах. Валеришка Максим, Play Games. Все ссылочки в описании. Смотрите новые серии, не пропустите. Подписывайте, жмите колокольчик. Мы все стараемся только для вас. Потому что вы нас самые лучшие. Мы вас, друзья, очень-очень любим. Всем пока-пока.